1 марта в библиотеке имени Маяковского состоялось мероприятие, посвященное 70-летию со дня образования учреждения. В этой юбилейной встрече принял участие и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов. Работа епархиального отдела образования и библиотеки ведется на протяжении длительного времени. Совместными усилиями проводятся дни православной книги, встречи священников с юными читателями. Сотрудники библиотеки проводят мастер-классы для воспитанников Русской православной школы при храме Рождества Христова. Отец Александр поздравил руководство и сотрудников библиотеки со знаменательной датой, передал духовно-просветительскую литературу в библиотечный фонд. Все приходят с подарками пришел я. Конечно, для пополнения вашей библиотеки совершенно замечательно и детская, и для среднего возраста, особенно для семьи, потому что этот год у нас год семьи, и мы должны особенно вспомнить о семейных отношениях, которые лишь укрепляются в тех семейных отношениях, если основа у них является вера. Батюшка с добрыми пожеланиями и благословением Божьим подарил Священное Писание. Возьми, читай святую книгу Бога, пойми душой спасенье словеса, и всякое пройдет в тебе тревога, и сердцем ты увидишь небеса. Поверь, когда преклонны будут лета, душевных бурь прокатится волна, оставишь ты все книги, только это с тобой навек останется одна. Примите эту святую книгу. И поблагодарил за добрые отношения и деятельное участие в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.